Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Catchers. Так, поехали. Остановились мы на том моменте, когда мы хотим что-то купить с вами, приобрести. У нас денег тогда не было, надеюсь, сейчас у нас хватит. Так, зомби найдены, но это попозже немножко. Так, зарядили, тут не хватает. Покупаем, ребята. Да, отлично. Новая зомби-выжималка у нас. Это, наверное, самая отвратительная штука во всей Солнечной системе. Да уж, чуток моторного масла добавить, вкуснятинка. Ну, а мы отправляемся с вами ловить зомбарей, которых у нас обнаружил детектор. Так, надеюсь, тут все у нас спокойно, тихо произойдет. Ну что, Еджей, погнали? Ух, тут 4 зомбика будут. А ну-ка, выползайте, хламоны. Так, что, только один рискнул? Ну, я тебе не завидую, дружище. Ай-яй-яй-яй, куда побежал? Иди сюда! Разогнался он, а? Так, работека, лови его там. Давайте-ка вот так вот бросим. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай всех. Ух ты! Вы представляете, я одним гарпуном сразу троих. А тут у нас кто? Ага, старый хрыч. Не успел, не успел смыться, я его гарпуном подсек. Хотя он молоток свой бросил. Ну, а здесь у нас кто? Выползай давай. Ах ты, бронированный гад. Так, нужно его несколько раз, ребята. Вот так. Шикарно, что я могу сказать. Причем довольно легко у нас все это получилось. Зомби пойманы. Ох, сейчас мы с вами будем столько делать коктейля для наших придорожных людей-водителей. Так, улучшить веревку. Можем улучшить? Да, можем, 250 голды. Отлично. Так, и нужно купить дрона. Эй, приятель, ты похож на того, кто хочет купить поисковых дронов? Ну, а что, по мне не видно, что ли? Конечно, хочу. Ой, позвольте представиться, меня зовут Рауль. И я незаменим во всех вопросах, касающих дронов. Наши дроны, может, и слегка БУ, но дешевле и куда надежнее прочих. 250, да, значит, а у меня не хватает, ребята, денежек. Нужно подкопить. Так, зарядили. Давайте-ка на супер отжим поставим. Здесь тоже. Так, и тогда вот здесь. Шикарно. Сейчас, ребята, вот, у нас хватает денег. Давайте мы, наверное, с вами купим еще одного дрона. Что такое? Поздравляю с лучшей сделкой в твоей жизни, приятель. Запомни, зомби прилетят к вам пулей, стоит лишь позвать Рауля. Отлично, со вторым дроном мы найдем в два раза больше зомби. Хм, меня это радует, ребята. Давайте-ка пойдем ловить зомбарей. Охота началась, естественно, началась. Ну, выползай, так, синенький выполз. Мы его сейчас, опа, поймали. Давай, желтый, выползай, я же видел тебя. Все у нас хорошо. Так, а здесь 3 зомбаря. Ну-ка, кто? Так, с молотком, ребята. Попал, гаденыш, все-таки. Так, у нас с молотком желтый и бронированный. Двоих поймал я. Елки-палки, змея поганая попалась мне под ноги. Не успел, не успел я, ребята. Как печально. Ну ладно, давайте хотя бы вот этого поймаем. Синий, да, значит, там сидит. Прячется. Ну выползай давай, что-то ёпростое. Видно, далековато. Вот он, учуял, учуял. Так, опа, вместе со змеей прихлопнул я его. Ну, все, 5 зомбарей поймали. Отлично. Отправляемся в кафешку. Нам нужно поднять, ребята, уровень нашего. Во, вот оно. Мы зарабатываем 8 уровень, и у нас улучшение. Желе какое-то, видимо. Зомби-желе будем делать. Так, ну-ка заряжаем наши зомби-выжималки. Блин, сюда не хватает одного. Так, давайте ускорим это дело. Вау-вау-вау-вау. Сразу коктейль пошел. Ну, он так дешево стоит, всего 50. Ну-ка. Давайте улучшим, да? Все. И тут, блин, не хватает, ребята. Нужно 600. Ладно, пойдемте немножко поохотимся. У нас как раз зомби обнаружены. Хм.
Блин, как бы мне всех зомбарей-то поймать, а? На уровне. Мне нужен... Тихо-тихо. Расстрелялся здесь. Чеканутик. Ох ты, а здесь сколько будет зомбарей. Так, опять бронированный. Ах ты, гад. Не убежал. И здесь еще брони... Да еще и с молотком. Ну ты, дяденька, меня разбесил. Ну-ка. Ах ты, ты смотри, что он делает. Вы увидели, ребят? Он прыгнул в тот момент, когда я его хотел подцепить. Да, зомбари здесь далеко не глупые. Ну-ка, выползайте. Иди сюда, желтый. Поймал я его. Так, а там кто? Еще один желтенький. Ага, он у нас в бочке. Так, сейчас мы его подловим, ребята. Давай, хорош уже выделываться. Блин, ребят, не получается у меня поймать всех сразу. Хоть один да убегает. Меня это немножко аж злит. Может быть, что-то нам улучшить? Так, улучшить мощность. Хватает. И опять получаем уровень, уже 9-й. Ух ты, новое какое-то нам орудие доступно будет. Так, что у нас здесь? Процесс идет. Ну-ка, там еще и внизу что-то будет у нас новенькое. Так, купить экипировку. 1500. Да, тут придется попыхтеть, чтобы заработать столько денег. Продать что-нибудь. Ну, продаем мы с вами коктейли. Нужны ингредиенты. Блин, а у меня только один желтый зомби. Наверное, нам, ребятушки, пора отправляться опять на поимку. Нам 1500 нужно монет заработать, чтобы купить оружие. Так, и что у нас тут за зомбики будут? Поехали, как говорится, ловить. Змея, летучая мышь, 3 зомби здесь у нас, да, значит? А ну-ка, кто тут? Желтый, ага, и синий. А синий у нас в броне. Так, мне с одной стороны невыгодно, чтобы он появлялся вот здесь, потому что он может убежать, но, как видите, я его успел поймать. Так, еще двоечка здесь. Ага, вылез, вылез, вылез. Ай, гад, я все время забываю, что у него молоток, блин. Не убежишь. Так, синего я должен поймать по любасику. Оу, у меня даже получилось двоих поймать. Ну и здесь у нас один зомбик. Желтый, самый легкий. Неужели у меня получится всех поймать? Ну, отлично. Ребят, я всех зомби на уровне поймал. И получаю медальку. Так, у меня уже 3 медальки из 5. Осталось всего лишь 2, и я буду уже профессиональным ловцом. Ага, так. Денег все равно еще не хватает, ребят. Не хватает. Нужно 1500. Так, процесс производства у нас идет. Все, заряжаем. Ай, опять не хватает. Так, давайте, наверное, ускорим. Не успеем, нет? 1500 добить. Так, осталось совсем немножко, ребята. Блин, не хватает. И коктейль там заканчивается. Совсем чуть-чуть. Ребята, придется нам, наверное, с вами плутоний тратить для того, чтобы мы могли найти зомбарей. А это 7 штук. Так. Поехали. Если у нас все хорошо пройдет и мы всех зомбарей поймаем, то коктейль будет у нас в руках, соответственно, денежка. Опа-на, ничего себе, ребят, смотрите. Он в этой, как его, был. В мусорном баке на себя надел, короче, он его. Офигеть. Они с каждым разом все крепче и крепче становятся. Ядрить тебе на корень. Оба в этой, в мусорных баках. Успею, нет? Ай, не получилось, ребята. Не получилось, к сожалению. Печалька, конечно. Ну, давайте, вылазьте. Ага, вылезли. Да что ж такое-то? Ну-ка, иди сюда, иди к папочке. А ты-то что тут радуешься? Ну ладно, хотя бы пускай 5 зомбиков у нас будет. Так, тем более у нас 3 синих. Как раз для загрузки в зомби-выжималку. Так, сюда не хватает. А вот здесь самое то.
Ускорим. Во, ребята, сейчас, кстати, уже будет 1500, которые нам не хватало. Покупаем. Транквилизатор это у нас, да? Новый уровень 10. Ё-моё, продукт. Какой-то чупа-чупс можем делать. Да, тут у нас дофига чего новенького, ребята, появляться будет. И это хорошо. Так, сетимёт. А, пролистать? Ну-ка. Транквилизатор. Ну, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Насколько хорошее это оружие. Ну, выползайте, гады. Не хотят. Ага, вылез. Да ладно. Да какого лешего-то? Опа. Один уснул. И его поймали. Замечательно. Слушайте, а вот этого... Ну-ка. Блин, а ему, по-моему, пофиг, ребят, на мои дротики ему чихать. Абсолютно. Потому что он именно в бочке. Жаль. Тихо. Не надо мне здесь летающие мышки, там змея. Ну-ка, дайте-ка я вот так вот. Ну что, выползай, зомбарь, какой здесь у нас будет? Желтенький, самый легкий. Хе-хе, готов. Денежку обязательно надо подобрать. Пускай и 20 голды, но тем не менее. Ага, в бочке и в... Блин, в жестянке в этой. Так, одного поймал, ребят, одного поймал. Второго поймал, а этого... Да как всегда не получается. Блин, может быть надо что-то себе улучшить, усилить. Так, еще один остался. Синий, хорошо. Отличненько, ребята, мы прошли. Зомби пойманы. Ну, на коктейльчик мне как раз хватит. Так, и денег у нас 365. Маловато. Пошел, как говорится, отжим. Здесь тоже. И здесь. Ух ты. Оу. Стоит 700. Берем. И мы теперь можем делать чупа-чупсы. Свежатое желе? Это ж полная чушь. Да кого это волнует? Просто сделай наклейку, не задержит ГМО. Так, а что нам не хватает? Нам не хватает зомбиков, ребятушки. Так, ну что, давайте, наверное, опять платить 7 плутония за обнаружение. Так, давайте мы, наверное, с вами возьмем сетимет. Сетимет. Какая разница? Так, поменять оружие. Давайте-ка, я хотел посмотреть, что это за сетка и как она работает. Опа! Слушайте, довольно неплохо. И его тут же сразу ловят. Это значит, я могу ловить и... Ну-ка, проверим на нем. Да, классно. Далеко не убежит. Так, раз, два. Троих сразу. Обалдеть. Я получаю значок, ребята. Еще один значок, и у меня повысится уровень. Хм. От сетки-то не так просто убежать. Она накрывает их всех сразу. Так, ну-ка давайте-ка. Коктейльчики. Блин, не хватает. А здесь-то не пойму я, что там надо. Что-то ловил вроде бы, да? И все время что-то не хватает. Как-то несправедливо. Они меня просто вынуждают потратить плутоний на поиск зомби, чтобы я мог делать себе коктейли. Так, ну что ж, делаем вот так вот. У нас 16 плутония, да? Сколько у нас потребует дрон на поиски, а? Как вы думаете? Так, ну-ка, давай-ка. Нет, не будем мы здесь тратить. А вот тут можно. Всего 20 плутоний. А, не хватает. 10 тысяч голды, охренеть! Нет, ребята, нам, наверное, придется искать зомбарей. Так, и тут на 12 уровне еще что-то новенькое у нас откроется. Угу, замечательно. Так, ну ладно, давайте искать тогда уж. Они вынудили меня все-таки. Так, 8 потратили. Ну, естественно, отправляемся ловить. Охота началась.
Так, ну что, давайте, наверное, вот здесь бросим. Ага, самое то, что надо. Да чтоб тебя, я... Блин, все время забываю про этого дурачка в шапке, что он с молотком. Успею, нет, ребята? Поймать, на опережение лечу. Есть, обоих сразу же. И у нас еще 4 здесь осталось. Так, 2 здесь и 2, наверное, там. Ну, выпрыгивайте. Не хотят. Так, так, тихо. Промахнулся, гад. Раз, два. Слушайте, два раза я в него попал гарпуном, и все. Ага, этот у нас в деревянной бочке. Хе-хе. Так, я никого не пропустил, ребята, а? Блин, по-моему, пропустил, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Одного, ребятушки, я все-таки умудрился пропустить. Поэтому не получаю значка. Ну-ка. Оу. Сколько там? 40 минут будет отжим этот делаться. Офигеть. Это долго, ребята. Так, и все, больше у меня ни на что не хватает. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте мы с вами будем закругляться. Продолжим с вами играть в нее уже в следующей серии. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся уже в новых, в следующих видосиках. Всем удачи, всем пока!